Leon, are you all right? Yeah. Things just got bad. Real bad. Listen to me. I need you to rescue two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. Robert Wesker's son. Wesker? Chris, he's got antibodies for the C virus. I got it. On my way. Good. Thanks. Leon, wait. There's something I need to tell you. Ada Wong is dead. Copy. Sherry and Jake need you. Don't let them down. Are you okay? Let's just find the survivors and get the hell out of here. Echo to HQ. Can you read me? HQ to Echo. Report. Hey! What the hell are you guys doing over there? We need to evacuate! Come on! Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Resident Evil 6 на сложности профессионал. Погнали! Тут, короче, дела совсем плохи, немножечко бомба упала, грязная. Wait! We wanna help. А может, не надо? Берем патроны и идем за этим пареньком. Слушай, я ничего не упускаю? А, да, то есть тут этого газа становится больше. Быстрее бежим. Не останавливаемся. Давай там, Елена, быстрее, а? Тут дела совсем плохи. Да что ж такое, вот сюда, быстрее. Быстро очень распространяется. Вон там вижу уже синюю фигню. Что там еще было, погоди? Трава, мне сказали, что по идее можно смешивать траву путем нажатия на... Ой, не помню, то ли R1 квадратик, то ли еще какую-то кнопку. Быстрее уходим. Ой, что-то так быстро меня убило, серьезно? Это было неожиданно, как минимум. Давайте еще разочек. Сейчас должно получиться, я прям чую это. Все, пошли быстро. Это вот так. Херакс. Это забираем. Это ломаем. Тоже забираем. Травку забираем. Все, и быстро уходим отсюда. Не задерживаемся. А то газ реально, это проблема серьезная достаточно. Скоро как раз таки будет босс, который у меня на PlayStation 3 сломался. Дело все в том, что... Он не умирал, я уже говорил об этом. Вот сейчас вы его увидите, кто не знает. Там вижу, что-то упало, погоди. А, ну там все, да, места нет, уходим. Патронов до одного места, так что уже можно даже не собирать походу. Забираем очки. Надо еще умений купить будет. Ух ты ж, ёб твою за ногу, серьезно? Там еще парочка осталась. А, там еще и с другой стороны идут. Думаю, что за херня? Быстрее бежим вот в эту сторону. Че она там затупила? Давай быстрее беги к нам. Может, ты подойдешь быстрее к двери, а? Не будешь добивать зомби, пожалуйста. Ну вообще красавчик, конечно. Жалко.
Не, только не давай рули Леону, молодец. Он как знал. HQ to Charlie, change of plans. Entry to Tachi is prohibited. Retreat and wait for further orders. What? But Echo Team is still in there. They need us. Fall back. That's an order. We can't risk any more men in there. Damn it. This is bad. Жуть какая, да? Ну, хороший такой момент, атмосферный достаточно. Да, много одинаковых зомби, да? Эта девушка с в красной майке что-то как-то очень часто встречалась. Но мы прям в гай заехали. Как мы там еще не задохнулись, непонятно. Ну ладно. Try to find what's left of my team. Thank you. Be careful, all right? Это уже мы подходим к тому месту, с чего игра началась. Echo team, come in. Is anyone there? Ух ты, ни хрена себе, как она одну руку его подтянула. Значит, до Эбы все-таки были такие женщины в играх. А чё за фигня? Там же, типа, пролог был другой, отличался, не? Это очень странно. Леон! Леон, ты меня слышишь? Ты в порядке? Я жив, но у меня ощущение, что дела будут хуже. А так и должно быть, типа, это нормально? Почему пролог отличается? Я не понимаю. Ну, сделали бы еще раз эту сцену, да и все. В чем проблема? Или просто ее бы, ну, скипанули, да? Ух ты, черт, это, наверное, было больно, да? Хотя ему, наверное, уже пофиг. Все, готов? Там что-то есть, да, потрошки, здесь еще есть очки, и вот у нас есть аптечка, но проблема в чем? Да в том проблема, ребята, что у нас просто некуда ее девать. А вот теперь есть. Давай попробуем, секундочку. Нет. Нет. Как-то мне писали, там что-то нужно, типа, что-то нажать.
и квадратик. Ну-ка, может, типа, надо как-то инвентарь открыть? Ой, что ты делаешь? Я случайно, ладно, ничего страшного. Погоди. Получается... Короче, я не знаю, там какая-то странная комбинация, что-то не выходит у меня. А, все, уже типа больше некуда. Ух ты, что я нашел? Случайно заметил. Пойдем хоть из этого постреляем, что ли. Хотя, наверное, лучше приберечь на босса. Поэтому давайте возьму уже так и быть пистолеты. Ну реально, что-то на этой сложности очень легко, прям очень. Стоило мне только это сказать, и пошли они, конечно, да. Ну, вроде все, да? Кто-то там еще живой, но мы сейчас быстро расправимся, это не проблема. Теперь осталось только пойти и все собрать. Разгоняемся и давай, Арсидури. Ух ты, ёб твою за ногу. Вот этого я не ожидал, конечно. Бамс! Ох, было хорошо. Как же мне нравятся эти добивания, черт. Так медленно, знаешь. Hennigan, can we make it to the tower this way? Yes, just keep moving in that direction. Давай сюда. Вот так его с ноги. Здесь этих добиваем. И вот этого, наверное. А, у меня все уже. Усталость. Самое опасное, что может со мной произойти. Я даже отбиваться просто не смогу и сразу упаду. Это будет печально, конечно. Что-то много реально падает патронов на магнум. Ну, сохраню на босса уже, так и быть. Все, идем уже туда, к вертолету. Ну а теперь пора бежать, по всей видимости, да? Капец там, да, баг бабахнул. Полгорода нахер разнес. Он что там, ядерное топливо перевозил? Давай-давай, бежим. Пока вроде нормально справился. Ой. Благо, что типа... А, еще типа не все. А то я расслабился сразу. Ну, короче, Лене вообще ничего нельзя доверять. Самолет разбил, машину разбил, вертолет разбил. Короче, я не знаю, это катастрофа какая-то. Он безнадежен, мне кажется. Это вот только за одну игру, сколько всего он переломал, вы можете себе представить?
И чую, это далеко не все. Вот сейчас будет самое веселое. Как раз таки тот самый босс, про которого я говорил. Сколько там серий назад уже? 6-7. Ну, патронов у меня теперь более чем достаточно, я думаю, чтобы его убить. Что делаем? Тут вроде с той стороны ничего, и с этой ничего, так что спрыгиваем. Friends on the other side. No one's gonna miss you here. Сейчас аккуратненько, пока ждем. Он сейчас мутирует, по идее, и потом нужно его будет долбить. Но это, конечно, просто жесть, что будет происходить. Да, он стал сраным, блин, тиранозавром Рексом, да? Как тебе такое, дружище, а? Я все охерел, помню, я типа, это меня съели, да? А меня можно выплюнуть, пожалуйста? Спасибо большое, ты очень любезен. Что там с ним делать надо? Там вон с той стороны вроде есть у него слабые точки. Да, что-то там бабахнуло. И вот, короче, он у меня вообще не умирал. Эта штука, я так понял, не взрывается, да, до поры до времени. Ладно, будем пользоваться пока что бомжатскими всякими этими... бочками. Сейчас ждем, пускай мутирует. Я так понимаю, что в этой фазе мы не можем наносить ему урон. Так что давайте еще разочек. Открывай свой рот пошире. А, вон там у него, смотри, брюхо есть. И там вот что-то в брюхе имеется. Давай отходим назад. Ух ты, ёб твою за ногу. Сейчас, скорее всего, погибну, да? Помоги-ка мне. Мне очень нужна твоя помощь, подруга. А, все, типа я покойник, да? Да, тут невозможно было выжить. Ладно, давайте еще раз. В принципе, походу, это будет не очень сложно. Пускай он перевоплощается. Ждем этого момента потрясающего. И, наверное, что мы будем делать? А делать мы будем, ребята, следующее. Да что ж такое, быстрее бежим к бочке. Сейчас бочку просто подорвем. Ну что ты там идешь за мной? Давай, иди сюда. Теперь я переключаюсь на магнум и буду сейчас его фигачить. Быстрее.
Отходим. Все, перестаем по нему стрелять в таком положении. Столько патронов и ничего взять нельзя, да? Вообще капец, ужас какой-то. Это, наверное, самое ужасное, что может произойти. Столько всякого дают, а ты взять не можешь. Так, быстрее. Пора бежать. Где он там, идет за мной? Да, идет. Получилось. А, типа и нифига, да? В этот раз ничего, бежим. Контрольная точка. О, как быстро, слушай, удивительно. Эти пулеметы нам сейчас нужны, я так понимаю, да? У него во рту слабая точка. Как-то быстро эта стадия пролетелась, да? Даже удивлен. Не, ну босс файт поставлен очень хорошо, но просто типа как-то быстро все проходится. Опять же, высокая сложность, почему так, я не знаю. Мне кажется, это странно. А может быть, по бочке херануть так для разнообразия? Было бы, наверное, неплохо, не? Ага, минус. Наша подмога. Теперь пора бежать. Все, погнали. Ну все, бесполезно, видимо, сейчас пока что стрелять. Взрывчатка еще есть, кстати, точно. Почему бы нет? Побежали, я думаю, сейчас она в самый раз пригодится нам. Вот, хорошо пошло, давай. Но пока что-то он не хочет погибать. Это немного печалит меня. Здесь это забираем. Продолжаем в том же духе развлекаться. Бежим. Подходи, подходи. Идешь ко мне? Давай, твари. Я здесь. А, там еще вертолет помогает, хорошо. Когда же уже бочка шарахнет? И могу ли я ее бабахнуть? Было бы неплохо, если честно. Так, понятно. Черт! Ваншот? Серьезно? Как это работает? Ладно. Хорошо, давайте еще раз. Я вот здесь сейчас ставлю взрывчатку, да? И пускай он подходит, и я это все шарахну. И по идее он опять перевоплотится. Но теперь мы будем держаться подальше, да, от машин летающих. Вот, хорошо пошло. Это второй раз уже был. Это я забираю. Разворачиваемся, бежим в эту сторону. Опять же, давайте устанавливаем взрывчатку. И отбегаем. Сейчас самое главное, типа, чтобы он в меня машины не запустил.
Так, давай, говнарь, подходи. Подходи, подходи. Получилось. Вот мне печаль, что сразу переключается типа на другое оружие. Хотя мне нужна еще взрывчатка. Я хочу еще раз поставить. Нет же, переключается, блин, на что-то еще. Так, идешь сюда или нет? Что-то мне не нравится, что он собирается делать. Наверное, сейчас машину запульнет, да? О, там адочка отлично справляется, кстати. Ну что мы там делать будем, а? Вот опять же, на меня совсем не реагирует. Что происходит? Я здесь. Просто это же решается элементарно. А прикол в чем? Задача сделать следующее у разработчиков. Когда ты играешь в соло, чтобы я был приоритетной целью. И все, там это вообще, по идее, легко делается. Вот, что-то зацепило его, да, но... Он не хочет превращаться... О, я понял, бежим. Вот, неплохо было, да? Что-то там у него на спине лопнуло. Вот, хорошо. Ну вот никак не хочет сдохнуть, да и все. Что это такое? Что-то беспредел. Теперь пора бежать. Походу, дела наши не очень, да? Ну, вроде слегка зацепило, да? Опа. Так, вот что-то пошло. А нужно взорвать, видимо, теперь, да? Я думаю, это неспроста. Давай, давай, давай. Там полилось топливо, а, видимо, все поздно, кажется, да? А, вот, смотри, это по идее сейчас можно сюда стрельнуть. Давай, говнарь, подходи, ну. Ой, что-то это плохо. Ой. Ага, все там загорелось и без моего участия, понятно. Да что ж ты делаешь? Перестань кидаться машинами, черт бы тебя побрал. А это можно использовать? Да, кстати, слушайте, а почему нет? Кажись, получилось что-то, да? Какое-то изменение произошло. Все? Вот жалко, не дали собрать все, что там находилось еще на аренке. She's more than just a friend, isn't she? You have feelings for her. Recommend looking down. Wasn't planning to. Так, давай. Fingers crossed that doesn't happen again. Да как тебе сказать? Да по-любому будет сейчас какая-нибудь херня, блин.
Короче, я так понял, Леоне лучше с оборудованием вообще никак не взаимодействовать. Да, и там вон Ада Вонг сражается. Вы же поняли, да, что та женщина была на самом деле не Ада Вонг. Но они на самом деле довольно прикольно переплели здесь сюжетные кампании. Хотя сам сценарий, ну такой себе, но в целом типа забавно за всем этим наблюдать. Понял, сейчас все сделаем. Там что-то кто-то кого-то я... А, я думаю, что-то знакомые звуки. До свидания. О, хорошо же было. Такого добивания я еще не делал. Вот, да, наконец-таки на Магнум получили патроны. Теперь давай дальше пробовать. Не знаю, получится попасть, не получится. Адочка, прости, если что, я пытался. Блин, на снайперскую винтовку прям реально не хватает патронов. Что делать? Она сама там справится без нас, не? Можно как-то попасть там к ней в ту сторону, нет? Мы ничего не можем сделать. Вроде получилось, да, я зацепил его. Патрон на снайперскую винтовку, отлично. Все, давай еще. Во, получилось. Там капец еще подниматься, не знаю, я бы, наверное, не смог. Так, вы там спокойно трогаете, а то могу обвинить в харассменте. Че она там? О, он за нами, да ну на нахер, быстрее. Леня, Леня, быстрее. Черт. Да что ж такое? Лёня, я тебе серьезно говорю, давай. Если тебе задница дорога, поднимайся быстрее, черт бы тебя побрал. Ну, вроде получилось. Надо было еще ударить ему по роже. Там еще 8 метров всего. И что-то он слегка вниз спустился, да? Странно. Дает, наверное, мне фору. А, это по нему стреляет там это, как ее, Ада. Ударь ее в грудь. Сработать должно. Так. Сейчас будем думать. Так, патроны здесь закончились. Тут. Ну не работает ни хрена. Патроны заканчиваются. А, типа, то есть это не смертельно было, да, что мы там залп в спину сделали? Ой, ёпту, а это, видимо, да. О, а это уже было больновато, да. Давай. Да чтоб тебя, скотина. Вставай. Я надеюсь, я жив? А, нет, кажись, я мертв. А нет, еще, я могу спастись. Давай, Ада, поднимай меня. О, как раз он тебя подкинул ко мне. Давай, вставай, убей меня. Со всей дури. Давай.
все, хана мне, да. Ну, обидно, на самом деле, было. Потому что она могла меня ударить, но что-то как-то передумала, видимо. Да, все нормально, погнали. Во, прям повезло, на самом деле можно было там парировать всю эту херню. Видимо, с ноги, да, но что-то как-то... Да чтоб тебя, ну не сейчас же с ноги-то, я ж пошутил, Леоныч. Так. Где там наша эта помощница, блин? О, нихера она там охерачит его. Давай, бей его в морду. Вот это было круто, конечно. Бежим. О, сзади там кто-то подошел, даже не заметил. Хоть там по плечу похлопали бы. Ух, нихера, что творит. А она опасная вообще. Деваха так-то, да? Ты там собираешься подыхать или нет? Я одного понять не могу. А, здесь давай вот так. Все, пошли. Что там есть? Гранатка есть. Да давайте кинем в него, чтобы он там не расслаблял свои булки. Если они у него есть, конечно же. Попал? Ну да, хорошо. Так, ну ему походу вообще насрать. О! А теперь иди сюда, тварь! У нас сейчас собирается что-нибудь, я не пойму, делать или нет. Ну, в том плане, что типа сдохнуть, например. Что такое? Он какой-то вообще неубиваемый, да? Подойду поближе. Хочу острых ощущений немножко. Так, встаем. Да что ты меня бьешь, блин? Сейчас знаешь что, надо смешать травку. Иди сюда, дружок. Пинка ему. Я хотел просто на самом деле его загасить. Думал, что... Да ёб твою. Я думал, что с патроны соберу какие-нибудь серьезные. Например, на револьвер. Было бы неплохо. Опа, что творит? Изверг. Да что ж с вами не так-то, а? Может, что-то не так делаю, не? А, нет, все нормас, так и должно быть. Лео! Wish I could stay longer, but I've got to run. I've left you a little parting gift on the roof. See you down the road, Leon. Ada! What are you waiting for? Go after her. No. We're sticking together.
There's our ticket out of here. If we can get to it. Enough is enough. You're finally gonna get what's coming to you, Simmons. Что надо делать? Ага, он перекрыл нам путь, ясно. Сейчас соберем все, что здесь плохо лежит. Есть на револьвер патроны. Сейчас мы их добьем, наверное, да? Ух ты, черт, что творит, а? Отходим. Тут вроде не сложно пока что. Только надо отскакивать вовремя, да? Единственное, над чем нужно поработать. Можно его побить руками? Ага, вот что творится, ни хрена себе. Жуть какая, да? Там еще были ящики, давай-ка лучше разобьем их на всякий случай. А то чую я, нам пригодится содержимое этих ящиков. Перезаряжаем все, что имеется. Как? Вот в чем вопрос. Сейчас быстро все соберем. Там еще на револьвер патроны. Я думаю, что лишними они не будут. Тут уже все. Ну все, беру ружье и пошли. Чую, Симон скоро вернется. И, например, сюда, да? Нет? Вот еще. Не просто так дают столько припасов. Видимо, сейчас заруба будет такая серьезная, да? Up you go. Ух ты, етить, колотить. Ага, вот оно как, да? Глянь, какая тварь, просто муха. Ну это, конечно, вообще жесть, да? Чё им там... Чё они там принимали, пока делали этого босса? Так, я понял, хорошо. Давай быстрее разбирайся, у меня скоро патроны кончатся. Еще и зомби здесь, да. Но эта тварь умеет летать, так что как бы булки не расслабляем. Как обычно, все не так просто, как хотелось бы.
Сейчас их поубиваем, пособираем все, что выпадет. Да, я думаю, пригодится. А, ладно. Падают только очки. Прекрасно. С этим нельзя взаимодействовать, просто идем в эту сторону. Подожди-ка, а как? А вот здесь нужно спрыгнуть, хорошо, я понял. Вот я не понимаю, что с ними происходит. Они как будто бы превращаются, знаешь, типа в марионетку. Которая там, ну, на куски такая, знаешь, разъезжается как будто бы. Очень странная хрень. Такс, что там еще осталось? Тик-так, а жахнули, сейчас будет весело, по идее. Сейчас давай отходим. А, вон, смотри, какая-то срань. И что все это значит? А, вот как это работает. Интересно, интересно. Теперь ясно. Ну как, ясно. Что делает? А, вон, вижу, да. Это можно взять? Что с этим? А вот, как вот так вот мы берем, да? И кидаем в него, что ли? Серьезно? Все, я понял. Но это забавная механика. Слушай, мне этот босс нравится. Вот именно задумка клевая. Внешний вид очень странный, конечно, но... Типа... Сама механика такая любопытная. Ёб твою за ногу. Он, то есть, не схватил, да, всю эту херню? Есть. То есть, просто нужно опять сносить ему ХП, и потом, рано или поздно, он за эту херню сам схватится, и будет ему не весело. Все ясно, вопросов больше не имею. Такс. Ничего себе, что она там творит. Вот, да, там что-то оторвало прям так конкретно. Ну, выглядит реально очень клево. То есть мне что-то прям по кайфу. То, что я наблюдаю прямо сейчас. Так, это не работает, я понял. А есть еще такая хрень, вот с той стороны показывает. Пошли вас заберем. Такс. И теперь берем. И какого-нибудь сейчас пробьем. Зомби. Иди, кто первый, подходите. Эксклюзивное предложение. Пиздюля насаживатель, я так его называю. Обязательно оставьте отзыв о нашем продукте. Вот, неплохо было, да? Шарахнуло так прям серьезно достаточно. Вот, теперь, видимо, нужно по глазам, да, хреначить? Давай. Вот, получилось. Один глаз, видимо, мы выбили все-таки, да? Да что ж ты делаешь? А, то есть оба глаза. Слишком быстрая регенерация. Да что, он серьезно меня съел? Да вы что, издеваетесь в такой момент? Как это произошло? Почему я вообще лежал? Короче, странная хрень, я не знаю, что произошло.
очень странно. Пока неплохо. Отходим. Сейчас будет, по идее, лечиться. Но он подлечился не тем. Неплохо пошло. Так, давайте еще раз, где эта хрень была, вот она. Вот так, пошло неплохо. Вот, теперь смотри. Эту штуку ж, по идее, тоже можно, да? Да. Вот, получилось, кажись, да? Да. Быстрее валим, вроде как уже все, почти на месте. Теперь здесь. А, в какую сторону? Сюда нужно, да, по идее? А вот и контрольная точка. Ура, ура, ура. О! Да, тот самый момент, ребят. С ракетницей. Итак, поехали. Подожди-ка, я все правильно сделал, да? Смешной тоже момент достаточно. Типа, сколько там у него крови, блин? Литров 200? Я просто даже не знаю. Не, ну красивая картинка, безусловно. То есть, оно того стоило. Get out of here.
Leon, this is... evidence that proves Simmons' guilt. Which means it will prove your innocence. Our innocence. I don't need it. Lena. Good news, Leon. We found a way to defeat the virus. Copy that. We're on our way back. See you soon. Let's go. Вот и все. Скажем так, первая кампания пройдена. Что хотелось бы сказать? Ну, типа, забавно. В коопе на самом деле это весело достаточно проходить. Но я, скажем, без особых восторгов прошел первую кампанию. Да, там были прикольные моменты. В целом, прикольные босс-файты, как бы. Но планка качества, конечно, сильно упала. Это прям заметно. Пока, опять же, выводов конечных делать я не буду. Посмотрим. У нас еще впереди две полноценные кампании. Одна короткая. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, подписываться на канал. Подписывайтесь также на Telegram, Facebook, Twitter. Там новости канала. Подписывайтесь на Twitch. Там проходят трансляции на второй канал. Там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. И на третий канал подписывайтесь. Там будут выходить ролики про игровую индустрию. Кроме того, не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему не закрыться и развиваться. Сделать это можно двумя способами. Первый — это поддержка донатом по ссылке на Donation Alerts. И также можно оформить платную подписку на сайте Boosty. И ко всему прочему, получить можно бонусы в виде эксклюзивных прохождений. Там более 100 эксклюзивных видео, которые никогда не появятся на канале. Поэтому смотрите по ссылочке в описании. Ну а всем спасибо, всем пока. Смотрите до самого конца, там еще катсцена будет.
It's time for me to take responsibility. Thank you. I'm ready. What? But I assisted in the attack. The investigating commission have reviewed the evidence and feel it unjust to hold you liable for Simmons' crime. They will also not be disclosing their findings to the public. But... the president would have done the same. All right. Shall we go join the team? Leon. For the next time you see her. Women.